Привет. Как зовут? Сергей. Сколько лет? 20 будет в мае. То есть 19 лет? Пока да. Да, какая статья? Вот, 228-я, часть 2-я, хранение наркотиков. Вот, как бы я очень сожалею то, что это сделал. Вот, и как бы мне понравилась сегодняшняя служба, хотелось бы почаще ходить в церковь. Вот. Искренне раскаиваюсь, конечно, в содеянном то, что сделал. Может, хоть в жизни ничего не видел нормальный. Вот уже здесь. Ну, как бы хочется. Ну, месяц пока. Еще суда не было пока. Ну, так вообще до 5 лет светит. 18 лет. 19 лет. Где ты учился? Не. Тут, ну, подрабатывал иногда. Но не учился. Из Москвы? Да. Мама, папа? Мамка есть. И сестра старшая, и маленькая, младшая племянница. Хотелось бы побыстрее к ним вернуться. Посмотреть, как племянница растет. Вот, начать новую жизнь хочу. С чистого листа там пойти работать, до конца закончить учебу, которую оставил. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Какую учебу? Где учился? Ну, как бы учился в школе, 9 да. классов закончил. Вот, хотелось бы пойти в колледж какой-нибудь там на автомеханика по любимой профессии. Вот, и больше никогда сюда не попадать. Естественно. А что больше всего? Напугала именно тюрьма или все-таки... Как вот это такое однозначное желание больше сюда не попадать? Что? Ну как, что тюрьма... Всего? Ну, даже не знаю. Вот эти вот все решетки, там этот, периодически ходим гулять, там вот этот, изредка. Вот как бы этот... Хочется больше свободы, неба не видим, только там получается крыша, и то мы даже небо не видим, кое-как там солнышко просвечивает. Вот. И как бы хочется побольше свободы, хотя бы небо видеть, я не знаю, и пугает как бы все это, вот это вот решетки и состояние самой тюрьмы, в каком она состоянии. То есть когда вот это произошла история, то есть об этом, конечно, не думалось, что вот такое может быть? Нет. Даже... Сам употреблял наркотики? Ну, были моменты. Точно к этому не будешь возвращаться? Нет, нет. Уже все переосмыслил, переодумал. А к Богу здесь пришел? А? К Богу здесь пришел? Ну и там на воле ходил. Ну, вот а и... Было там, когда провинился там в чем-нибудь, так тоже сильно у меня... До этого тоже судимость есть. Вот по 166-й, первый. Дали условно 1,5 года. Четыре... наркотики? Нет, это угон транспортного средства. Вот, дали 1,5 года условно, только 4 месяца отгулял и попался по этой статье, по 228 второй. Вот, и как бы я не знаю, что сейчас впереди там ожидает. Ну, хотелось бы, чтобы дали 2-й раз условно, но это, не знаю, уже точно то, что самого не будет. Ну, хотя бы ниже нищего, чтобы дали. Молились о жертвах, вот, то есть вот угон, да? То есть это уже кто-то вот человек, да, какой-то вот, не знаешь, кто это? Не. Ну как, этот я у друга его взял покататься. А, у друга? Ну да. Ты жертва друга. Да. Друг написал заявление. Ага. Подожди, покатался и уехал, что ли, да? Ну как, он мне дал там на пару дней ее машину. Ну, покатались, были в нетрезвом состоянии с друзьями. Въехали в соседнюю машину. Я ему позвонил, сказал всю ситуацию, пошел, у меня заявление написал. И все, суд, дали 1,5 года, условно. 4 месяца прошло, как поехал покупать наркотики. И все. Они вот тут поймали. Говорят, 5-6, не больше. Но хотелось бы хотя бы, у меня статья идет от 3 до 10. Хотя бы 3 дали, было бы уже хорошо. А так, блин, не знаю. Еще говорят, то, что условно могут добавить. Не хотелось бы, чтобы добавляли там что-нибудь. Ну, а так, в общем, мне все понравилось сегодняшний день. Вот, ну, почаще бы хотелось бы ходить в церковь. Каждый день молюсь о том, чтобы дали бы условно, хотя бы там, не знаю, вот скоро суд 1 мая. Хотя бы, чтобы дали, ну, подписку о невыезде там. И за этот период я буду постоянно ходить в церковь, ставить свечки и также молиться продолжать. Вот. Пытаться как-нибудь, как там, исповедаться, очиститься. Вот, и... Мне больше не повторять такие вещи, какие повторял на воле дома. Ну, вот, а если бы
Если бы не получилось так, что вот все-таки правосудие свершилось, так бы и продолжал бы наркотики такую бы жизнь, да? То есть все-таки вот не пойманный не вор, как говорится. Как говорится, да, ну так, не так знаю. Было бы, да? Ну как я вот неделю за этого, ну до задержания не курил. Как бы собирались там с друзьями, как бы в общий круг. И все побросали, я тоже на них посмотрел, как бы, и ну, тоже как бы перестал. И что-то мне друг говорил, поехали последний раз, а мне как раз надо было на работу, я вот только вот устроился. Вот. Но я думал, не-не-не, типа, мне рано вставать, там все дела, как бы. И друг говорит, поехали, типа, тут съездим напоследок. Ну, я что-то повелся, поехали. Вот. И получается, друг сейчас на свободе, я здесь в местах не совсем удаленных. Вернешься в тот же круг? Нет, которые курили, да, курящие? Нет, 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 нет. Буду все заниматься. Временно будут полностью, да? Да, я совсем хочу всю свою жизнь, ну просто как вот ребенок маленький родился, жизнью с белого листа, вот хочу так же начать. Жизнь с чистого листа. Дай Бог. Спасибо.